Пять ножевых ранений получил 49-летний мужчина от своего знакомого, которого они с женой пригласили в гости. Все произошло ночью в квартире 10-го дома по улице Комарова. Хозяин жилища, его супруга и их 50-летний знакомый устроили небольшое застолье, естественно, с алкоголем. Под действием спиртного мужчины поссорились, и в пылу конфликта гость, как за последний аргумент, схватился за нож. Подробности в сюжете Нафисы Миниязовой. Выпивали, что ли, что? Женщина сразу рассказала, пили. Для этого, собственно, и собрались. С мужем пригласили домой своего 50-летнего знакомого. Но пьяные мужчины поссорились, да так, что гость схватился за нож и нанес хозяину квартиры 5 ранений в грудь и живот, после чего поспешил скрыться. А на самом деле знакомый убежал? Ну, его, кстати, нету, да. Сейчас, кстати, его нет. Я думаю, он хотя бы беспокоится. А он просто убежал, да? Да. Как только конфликт между мужчинами стал разгораться, женщина, уверяет, испугалась и выбежала на лестничную площадку. Позже она вызвала на место медиков. Ее муж был уже в очень тяжелом состоянии. А как состояние мужа? Что хранение получил? Я боюсь, он никто ничего не говорит. Я боюсь, что он вообще мертвый. Зачем я вообще с чем говорю, если его вообще живых нету? А мне все скрываются. Женщину отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ее муж выжил. Их знакомого вскоре удалось задержать сотрудникам патрульно-постовой службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Нафиса Миниязова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.